Жители микрорайона Мирный разделились на два лагеря. Одни только за, а другие категорически против. О том, что послужило поводом для споров, расскажет наш корреспондент. То, что меняют старые, снимают, и старые привезли, откуда-то сняли его, нам привезли. Это смысла нет, шило на мыло меняют. Это одна из сторон и одно из мнений по поводу замены забора. Некоторые жители микрорайона Мирный искренне не понимают, почему то ограждение, что уже стоит, управляющая компания решила заменить на такое же, старое. С первыми жалобами и фотографиями конструкции, которые явно уже были в эксплуатации, к нам обратились в тот же день, когда началась установка. Одна из жительниц дома тогда написала: «Прежний был лучше, чем новый». Впрочем, наряду с противниками такого нового ограждения нашлись и те люди, которые совсем не против перемен. Они и писали в управляющую компанию письма с просьбой заменить уже непригодный забор. На самом деле он уже кусками, этот забор, его и не было уже, можно сказать. Так просто вид создавал, что был забор. Главное, чтобы металл не уставший был. Вот в этом плане я считаю. А то, что делают, это хорошо. Впрочем, обе стороны имеют достаточно вопросов к своей управляющей компании. Например, почему используют старые заборы вместо новых? Останется ли ограждение в таком же виде? И главное, кому за это придется платить? Лала Гасанова, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.